приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Европы. Команда играет сегодня вот в таком составе. Команда на поле. Четверка полузащитников выстроилась ромбом. Возможно, они сделают упор на игру в позиционном нападении. Это состав Лион. Они выбрали ту же схему 4-4-2. Один из полузащитников будет разыгрывающим под двумя нападающими. Да, и возможно, это ключевая роль при таком построении. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Европы. Команда играет сегодня вот в таком составе. Команда на поле. Четверка полузащитников выстроилась ромбом. Возможно, они сделают упор на игру в позиционном нападении. Это состав Лион. Они выбрали ту же схему 4-4-2. Один из полузащитников будет разыгрывающим под двумя нападающими. Да, и возможно, это ключевая роль при таком построении. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Европы. Команда играет сегодня вот в таком составе. Команда на поле. Четверка полузащитников выстроилась ромбом. Возможно, они сделают упор на игру в позиционном нападении. Это состав Лион. Они выбрали ту же схему 4-4-2. Один из полузащитников будет разыгрывающим под двумя нападающими. Да, и возможно, это ключевая роль при таком построении. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Европы. Команда играет сегодня вот в таком составе. Команда на поле. Четверка полузащитников выстроилась ромбом. Возможно, они сделают упор на игру в позиционном нападении. Это состав Лион. Они выбрали ту же схему 4-4-2. Один из полузащитников будет разыгрывающим под двумя нападающими. Да, и возможно, это ключевая роль при таком построении. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Европы. Команда играет сегодня вот в таком составе. Команда на поле. Четверка полузащитников выстроилась ромбом. Возможно, они сделают упор на игру в позиционном нападении. Это состав Лион. Они выбрали ту же схему 4-4-2. Один из полузащитников будет разыгрывающим под двумя нападающими. Да, и возможно, это ключевая роль при таком построении. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Европы. Команда играет сегодня вот в таком составе. Команда на поле. Четверка полузащитников выстроилась ромбом. Возможно, они сделают упор на игру в позиционном нападении. Это состав Лион. Они выбрали ту же схему 4-4-2. Один из полузащитников будет разыгрывающим под двумя нападающими. Да, и возможно, это ключевая роль при таком построении. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Европы. Команда играет сегодня вот в таком составе. Команда на поле. Четверка полузащитников выстроилась ромбом. Возможно, они сделают упор на игру в позиционном нападении.
место состав Леон. Они выбрали ту же схему 4-4-2. Один из полузащитников будет разыгрывающим под двумя нападающими. Да, и возможно, это ключевая роль при таком построении. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Европы. Команда играет сегодня вот в таком составе. Команда на поле. Четверка полузащитников выстроилась ромбом. Возможно, они сделают упор на игру в позиционном нападении. Это состав Леон. Они выбрали ту же схему 4-4-2. Один из полузащитников будет разыгрывающим под двумя нападающими. Да, и возможно, это ключевая роль при таком построении. Не будем забывать о том, что сегодня накануне только трофей Лиги Европы УЕФА, но и путевка в главный клубный турнир Старого Света на следующий год. А это сулит клубу не только участие в более престижном соревновании, но и очень серьезное финансирование со стороны УЕФА. Команды уже разыграли мяч в центре поля, и у нас финал Лиги Европы УЕФА начался. У Лиги Европы своя история, перешедшая от бывшего Кубка УЕФА. И сегодня обе команды пишут ее новую страницу. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Хороший шанс есть у... Увидел открывание впереди, делает передачу. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Таких